В Московской области идет активная подготовка к ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье». С 26 марта начался прием заявок на участие в конкурсе. В связи с этим в администрации Ленинского района состоялась рабочая встреча, в ходе которой координаторы премии рассказали жителям муниципалитета о правилах участия. Присутствующим показали информационный ролик, где поэтапно рассказано, как и кто может подать заявку. Правила все те же, что и в прошлом году. Каждый соискатель может подать только один проект и обязательно его презентовать. Проекты подаются по категориям в зависимости от количества участников. Все члены инициативных групп должны быть зарегистрированы на сайте. Несмотря на эти нововведения, если внимательно отнестись к заполнению заявки, регистрация не составит труда. Там, вы знаете, есть такие разделы: коротко о себе, ожидаемые результаты, суть проекта, цели, задачи проекта, ну и другие разделы. Нужно лучше записать какой-то текст уже в Word, чтобы потом просто копировать, пользоваться этим при заполнении проекта на сайте. Заявки принимаются до 31 мая, но с их заполнением стоит поторопиться. В последние дни приема, по опыту участников прошлых лет, из-за большой активности соискателей, сайт начинает немного подтормаживать и не всегда удается зарегистрировать проект. Сейчас в лидерах Одинцовский район, более 500 заявок. В нашем муниципалитете активность пока небольшая. Часто люди, которые делают добрые дела, не желают выносить их в публичную плоскость. Очень много таких людей у нас по Видному, в 6-м микрорайоне, в 5-м микрорайоне, в центре города. Люди, которые, возможно, даже не знали об этой премии. Я попытаюсь рассказать, чтобы все обязательно участвовали и выигрывали, потому что проектов очень много интересных. Напомним, что премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году. За 5 лет было подано более 100 тысяч заявок на ее получение. В этом году призовой фонд составляет 180 миллионов рублей.